Играть. Чё прикалываться? Алло? Да. Чё, ты голос изменил? Нет. Как нет? У тебя на видео другой голос. Ну ладно, такой. Всё. Ну? Зачем людей обманываем? Да ты что? Чем докажешь? Зачем людей? Ну, чем? Ты доказать чем-то можешь? Ну, у меня скрины есть. Ну, где? Ну, давай... Вот, чувак, самый первый твой обман насчет того, что... Нужен нож! Я такой, ну, в смысле? Даю нож, просто так? Да, если подыграешь на видео, все, это уже обман. Ну, конечно. Потом ты говоришь, ой, можешь кейс кинуть? Я такой, предлагаю тебе обмен. Ты отказываешься, кидаешь свой обмен, так где я хочешь взять мой картель. Ну, я не отказался. Ты отменил. Написано? Ты не принял. А потом ты свой обмен. Я тебе говорю, давай лучше я. Ты говоришь, ну давай тогда я тебе дигл. Ну, типа, твой дигл возьму. Я говорю, нет. Чувак, это обман чистой воды. Даже у тебя в профиле, если зайти, те, кто там пишет тебе, о, нож, Драгонлор. Нет ножа, скрыт инвентарь, твои друзья. Ну, вообще он открыт. Инвентарь. Нет, я не про твой инвентарь. А про чей? Ах, блять. Люди, которые пишут у тебя в профиле, в комментариях. Вот, смотри. Вот, дашь нож, ПЖ. Рез, спасибо за обмен, Драгонлор. Я ее продал на CSGO Money. Это твой друг, блять, видно же. Реп-нож, у него нет ножа. Камон. Нож, бабушка. У тебя, вот, видео ты говоришь, что там есть точно. Я посмотрел, в плейлистах нету такого. Посмотрел в видео. У тебя тут есть вот название видео? Раздача ножей в CSGO, керамбит, раздача ножей в CSGO. Но там ты не даешь никому нож, чувак, что за говно? Надо подумать. Что подумать? Зачем почему? Ты это? Что? Что почему? Почему ты не нашел? Надо подумать. Может, они скрыты? Ну, может, они скрыты. Поэтому я тебе говорю, скинь мне. Я тебе не говорю доказать, что ты честный. Я хочу, чтобы ты доказал, что ты не наёбщик. Ну и как я докажу? Это уже, не знаю. Это ты должен, я же не могу тебе говорить. Вот сделай это, чтобы я бы... Надо подумать, как доказать. Даже не знаю, как доказать. Чувак, просто скинь мне видео, где ты кому-то даешь нож. Я скажу, да, все, ты чист, я был неправ. Я признаю свою вину, мне вообще пасан. Ну, потом скину тогда. Через час, может. Как потом? Да какой через час? Ты можешь за час снять видео своим другом, типа. Чувак. Ну, сейчас, может, через минут 10 тогда скину. Ну, ты за 10 минут тоже можешь. Да ладно, я с тобой можешь, поговорю, тебя... сразу побегу с другом играть, да? Есть такое? Камон, ну, чувак, это же просто скопировать ссылку, скинуть ссылку. Я сейчас не могу. Почему? У тебя что-то не так? Я слишком занят сейчас. Чем ты занят? Ты в КС играл. Ты сказал, все. Ты сказал, я готов пойти с тобой в звонок. Я такой, давай. Ну, мы разговариваем. Ну, и ты просто уходишь. Ты не обосновываешь. Я не ухожу. Я с тобой говорю. Ты пытаешься уйти. Ты говоришь ссылку, я тебе говорю то, что я потом ее тебе скину. Почему потом? Потому что я сейчас занят. Потому что ее нету. У тебя нету этого видео. Есть. Ну и где оно? Там, в канале можешь найти. Как она называется? Ну, если давай. Ты не можешь, конечно, найти, то я тебе потом его скину через минут 10, когда поговорим. Через минут 10, когда поговорим. Ну, можешь, если мы будем час говорить, то через час. Я не понимаю, почему ты сейчас не можешь. У тебя какие-то проблемы. Вот ты расскажи, я тебя же слушаю. Ты можешь оправдываться как хочешь. Но я не могу сказать, почему. Где я же тебе написал в стиме сам. Почему? Что еще раз? Ну я тебе написал в стиме, почему? Ты написал, снимать будешь. Ну? То есть ты сейчас снимаешь? Ну да.
Ну и? А скинуть ссылку ты не можешь. Сейчас нет. Потому что ты снимаешь. Да. В чем логика? Логика в том, что я снимаю про твой скайп, а не про мой ютуб. Блять, это так тупо. Хорошая логика. Я скайпом не пользуюсь, можешь снимать его сколько захочешь. Можешь снимать меня сколько захочешь. Я в этой позиции прав. Ну, понятно. Ой, у тебя такое шипение сзади. Какое? Ну, у меня еще к тебе вопрос. Ну? Какого хера формат видео такой? Какой? В чем квадратный? Какой формат? Он квадратный, у тебя видео квадратные все. Ну и что? Это неудобно. Почему нет? Нормальное неудоб... видео. Это что, у тебя видео по часу? Ну да. Кто будет смотреть видео по часу? Ты. Ну я не буду его смотреть. Но тогда почему ты говоришь, чтоб я тебе скинул ссылку? Ты сам его что? Посмотри, до конца что посмотри его. Какое видео? Я не буду смотреть вот эти видео. Прохождение Stalker Зов Припяти. Зачем мне его смотреть? Mass Effect Andromeda. Я не хочу это смотреть. Мне это не интересно. Есть люди, которые снимают вот эти игры. Интересно. У тебя, ну не знаю, что. У меня не интересно, да? У тебя не интересно. Ну блин. Ну ты не привлек мое внимание. Ну, что-то не видно на самом деле. Какие еще вопросы есть? Да ты сначала ответь на мои первые вопросы. Я тебе ответил, я тебе сейчас не могу скинуть ссылку. Потом скину. Чувак, ты можешь ответить, я не могу на любой вопрос. На какой? Есть еще вопросы? Давай еще вопросы. Какие еще можно? Ладно, вот ответь. Почему у тебя в комментариях профиле Steam... Вот пишут, типа, спасибо за обмен Dragon Lore, я ее продал на CSGO-мане. Реп-нож, нож-бабочка, кровавая паутина, получил нож с лезвием крюком статрек. И в чем вопрос? Почему у них нет ножей? Почему многие из них... Куда я знаю? Друзьях? Почему у тебя в друзьях они, например? А почему нет? Типа... Где логика? Почему, если я кому-то дал нож, почему потому что этот человек подозрительно, не может быть у меня в друзьях? Это подозрительно. Они пишут, что ты им скинул нож, но у тебя нету этих видео на канале. Вот я сейчас смотрю, несколько из них нет у меня друзей. Ну, несколько нету, а я не говорил, что у тебя все. Ну? Ты говоришь, все у меня в друзьях. Я не говорю все, я говорю несколько. По крайней мере, ты понимаешь, что я имею в виду. Ну, не знаю. Откуда... А правда, где у них ножи? Да мне посрать, где у них ножи. Где видео у тебя на канале? Сам найди, там плейлист есть раздача ножей. Там нет такого плейлиста, я все просмотрел, все перепрочитал. Ну такие видео есть, там раздача ножей. Да, есть. Но правда там ты чё не раздаешь их. Да ладно. Как снять банк, это онлайн, новый чит для бессмертия, Rainbow Six Siege, игра на аккаунте Global, Happy Wheels. Да, хорошо, покажи... перечислять мои видео. Раздача ножей в CSGO номер один, раздача ножей в CSGO Керамбит, что-то там. А, открываю три золотых коробки удачи, новый аккаунт в CSGO Silver, все концовки Dying Light. А, последний антигрифер шоу, вот ты в Майнкрафт играешь. Прикольно. Warface! Warface! Майнкрафт я еще понимаю, но Warface прям. А почему нет? Ох, ну, потому что это Warface. У меня разносторонний канал. Я не снимаю только про CSGO, я снимаю про все. Да, я не смотрю CSGO. Ты играешь в CSGO, но не смотришь CSGO. В чем логика? Нет, я на самом деле даю играть в CSGO. У меня брат есть. Ой-ой-ой. Вот, это... А, сообщение удалено. А, подожди, это я сам удалил его. Вот, смотри.
как выглядит твой плейлист. Сейчас посмотрю. То есть... Фотография, где твой... супер. Так, сейчас посмотрим. Они неудобные, понимаешь? Так, фотография, ну да. Так. Сурвай, рейтинг и матч в РП. Ну и что, хорошие видео. Не те же. Может и хорошие, но не знаю. А где кликбейты, например? Кликбейты все-таки хорошая штука. Она тебе хоть какую-то надежду дает, а тут уже сразу видно, блять, это провал нахуй. Геймплей Left 4 Dead 2. Геймплей Left 4 Dead 2. Там много всего. Да. То правда нету, где ты ножи там даешь. Просто скажи, да. ты реально пытался меня наебать на нож? Нет. Ну точнее, на какой нож? Наоборот. Ты пытался меня на скины развести? Нет. Я имею в виду, ты... Почему ты думаешь, что я такой? Даже твои зрители не поверят. Типа, я не такой, нету понимаешь? Нету добрых людей, которые скинут, например, розовую пушку татрековскую. И тем более нет людей, которые скинут нож просто так. Да ладно, есть такие. Ну да, есть какие-нибудь. Ну есть ютуберы, которые просто так скидывают Dragon Lore. Ну ты не такой, такой ютубер, есть. Чувак. Почему я не такой, почему? Потому что у тебя подписчиков меньше 100. Ты доход не получаешь. Ты не можешь узнать, там скрыто все. Что просмотры, что подписчики, все скрыто. А, нет. У тебя не было до этого... По просмотрам есть чуть-чуть, но почему-то они не скрылись. Ну ладно, неважно. Подписчики у тебя до этого не были скрыты, у тебя было. Они скрыты 80... подписчики, посмотри, у меня 0 написано. До этого не было. Я когда в первый раз зашел, смотрю 80 с чем-то или сколько-то там. Да нифига. Что нифига? Они всегда скрыты были. Ну да, конечно, конечно. Там видео 690 сколько-то? 693. Или не помню. Стоп, уже за 600 с чем-то видео у тебя до сих пор такое качество видео. Блять. И тебе жалко. Блять. И тебе так жалко. Ну, нормально, да. Бывает. А зачем ты время? Ты пропадаешь куда-то. Алло. Алло, алло. Ты куда-то пропал только что. Я знаю, я скайп ненавижу. Говно помойка. А зачем ты время оставляешь в названии? Ну, точнее, дату, не время, дату. На ютубе же и так дата есть. Мне так нравится. Окей. Нравится. Ну, потому что, смотри, в поиске. Нет, там видео набираешь, там число, и показывают видео. Какое самое новое. Так же удобнее. Да нет, удобно зайти на канал. Нет, ну ты в канале, там есть кнопка поиск. Нажимаешь поиск и вводишь число, там, например, там. Какое-нибудь. Число? И показывает там, какое видео было. Окей, я понял. В этот день. Ну, окей, я понял. Это же удобно. Ну, да, удобно. Нубас. Че за нубас? Серж. Battlefield 4, геймплей, создать сайт, нет, не надо. Блять, это реклама, ее не убрать. Реклама, ее не убрать. Ну она, а нет, убрать тут время, еще 9 секунд. Ой, что это за сайт такой? Что это такое? Какие еще вопросы есть? Ну ты ответь мне на старый вопрос, а. Я тебе сказал, мы только договорим, сразу я тебе скину ссылку. Я сейчас не могу. Ну ответь, ответь, ответь. Ну дофига тебе тогда это, а? Я даже не знаю. Хотя, я сейчас уже думаю, зачем я стал писать тебе? У тебя уже по нику было понятно, что не. У тебя в конце ника не, а должно быть да. Да. Ну, ты можешь каламбурчики свои, знаешь, без меня говорить. Зачем тебе отдавать кому-то наш? Что за тупость? Нет? Ну, потому что... Почему нет? Потому что ножи стоят до хера.
Да ладно, если бы ты знал, как я их получаю. Не знаю, на этот нож ты мог бы микраж себе взять. Не знаю, оборудование получше. Ну, хотя не все, конечно. Одна звуковая карта стрёмная стоит 13 тысяч. Но в любом случае, какой-нибудь, не знаю, с Алиэкспресса МК-100ТЛ мог бы взять и все. У меня столько этих ножей, что у меня их некуда девать уже. Ну... Блять, ты посмотри мои видео, смотри, у меня сколько ножей. Мне кажется, ты считаешь, что твои ножи — это какие-то криптовалюты. Блять, нахера тебе столько ножей? Я не знаю просто. Че ты их не продашь, не возьмешь себе оборудование? Тебя смотреть невозможно. Ну ладно, возможно. Возможно, не ври. Я не знаю. Я специально так снимаю. Ну как, плохо? Специально для тебя снимаю. Да я впервые зашел. 600 сколько-то там видео. Я посмотрел в будущее 2 года назад и решил, меня посмотрит этот человек. Да, все 20 выпусков Warface, блядь. Ой-ой-ой. 45 минут. Кто будет смотреть 45 минут? Да, возможно, ты. Я не буду смотреть 45 минут. Я вообще не долгие прохождения. Мне нравятся нарезки. Ну, вот. Есть такая в КС. 30 минут. 30 минут нарезок, да? Ну да. Нарезок. Да. Там как-то было нарезка за 10 часов, но это не важно. Бля, 10 часов нарезка. 10 часов я нарезал видео. Я снимал это видео где-то. Колбасу ты нарезал, блядь, 10 часов. Ты не мог 10 часов нарезать. Посмотри в поиске, бери 10 часов стрим или 10 часов там чего. Стрим, да, стрим — это не нарезка, стрим — это стрим. Нет, там есть еще видео 10 часов нарезка CSGO фрагменты. Находится в плейлисте Counter-Strike Global Offensive. Фрагменты. Есть просто плейлист стрим 10 часов. Или просто. В общем, есть такое. Ох, нифига себе, у тебя аватарка, конечно. Это ты топово ее вырезал, конечно. Красота. В пейнте. Да не, в пейнте получше можно. Не, серьезно. Ой-ой-ой, как же мне стыдно сейчас с тобой общаться. Жду себя, у тебя видео. Да, тебе будет еще стыдно. Не ставьте лайки, вообще, идите нахуй все. Если вы его смотрите, вообще кончите. Тебе поставят лайк. Мне естественно, но, блядь. Тебе поставят лайк. Рекомендую посмотреть все серии про вас. Минус пол жизни. Чтобы посмотреть весь мой канал, нужно как минимум год. Каждое видео, чтобы посмотреть. А никто не сможет посмотреть все твои видео, блядь. Кто-нибудь посмотрит на спор. Да. Поспорю на нож. Уж лучше себе руку отрезать и не дрочить все время, ну. Интро, как же меня бесит интро. Вот серьезно, люди, которые делают интро. Тебя бесит мое интро? Я его меняю каждый месяц. Да, это не твое интро, меня просто интро бесит. Вот у Лифилиев упьется прикольный интро, у Смош прикольный интро. Вот у тебя интро длится 13 секунд, сука, кто будет смотреть 13 секунд интро? Это же 13 секунд. Это ведь пол жизни. 13 секунд — это все равно до хера. За 13 секунд знаешь, как можно надоесть человеку уже? Ну ты хотя бы не приветствуешь, если бы ты, блядь, приветствовался. Я, ну, вообще, у меня было первое интро, оно было где-то минуту или две. Бля. Ну там есть в начале, короче. Самом. Я пока до начала буду листать. Не, ну там. Ну не совсем, ну, например, там прошлогодние 2016 посмотри там видео. Там интро такое есть уже. Когда начинается минуту смотреть. А чё у тебя всего лишь одна ссылка? Где их посылки? А, на сайт, понятно. Я всё скрыл.
Я своего ВК скрыл, я все скрыл. А то меня удалили за то, что я накручивал. Удалили тебя? Ну, заблокировали в ВК за то, что я накручивал кое-что. Да, ты... И очень дофига накручивал. Поэтому я все скрыл. На канале, чего тебе еще прикольно. Во, у тебя много просмотров. 10. Нет, всего у тебя 43 830 просмотров. Дата ну есть видео популярные, типа 14 тысяч просмотров, нормальные такие. Да. Популярные, да, вот. Как взломать все стикеры ВКонтакте? Много подписчиков, много кому просмотров. Кому это интересно? Баском. Подписывайтесь, и вы получите платный набор стикеров в своей жизни. Да. Ну ладно, мне не интересно, я не сижу в ВКонтакте. Я отстал и просто. Ну ладно. ВКонтакте это не моё. Одноклассники твои. Да. С мамкой твоей вообще... Ладно. Нет. Хорошая шутка. Не знаю. А как посмотреть 4 сезон и 5 сезон? Все остальное там фигня, которая идет. Там, вдалеке. Все остальные 600 с чем-то там тысяч. Ну не тысяча, а просто. Тысяча перегибаю. Это был бы самый невозможный. Rainbow Six. Меня обманули на несколько ножей в CSGO 2 мальчика. Два мальчика. Нет, обманщика там. Мне послышалось два мальчика. Ну, нет. Ну ты сейчас будешь это смотреть. Блядь, какой же оно, сука, долго. Так и твое видео сейчас уже будет 22 минуты. Мое видео 22 минуты. Ну, которое я сейчас снимаю. Ты как твой доктор. Тебя не обрезали. Ахаха, смешно. Убить меня. Ой, серьезно. Зачем ты это залил? Скучно было, я решил весело сделать. Я ж говорил. Весело, ты его прям тянешь. Я свои видео пересматриваю каждый день. Я шучу. Ну да, ты день не сможешь их пересматривать. Тебе понадобится, не знаю, мне нравится то, что я снимаю. Ну, это хорошо, что тебе нравится. Мне просто не нравится то, что ты меня наебать пытался. Ну почему же ты так думаешь? Потому что ты такой, о! Опять сменил тему на этот наш. Создать ли третий канал? Нахуя тебе третий канал, Кимасис? Ты чё, на самом деле у меня их много. А, вот, три месяца. А, вот почему у тебя там... Сколько у тебя там... Сейчас, о канале. 43 830. Короче, ты решил пересмотреть все мои каналы, да? Нет, я же не... Прокомментировать каждое видео. Да нет, комментировать каждое видео. Я с ума сойду. Я уже глюки вижу. Съемочная площадка на постом. Ты говоришь что-то. О, у тебя пиздатый задний фон прям. Не серьезно. Ну конечно. Респект ковро. А ты его пылесосишь? Нет, а зачем? Да так, просто. Смешно говоря. Нет. Это не весело. Весело снять всякую фигню и выложить. И чтоб кто-то смотрел, типа тебя. Я... Смотреть. Почему типа тебя? Ну не знаю. Вряд ли твои подписчики такие умные. Бля. Ну... Ну так что? Единственный, кто посмотрит это видео, это буду я. Остальные будут просто его прокручивать. Так. Ну и так чё? Твои боты, которые будут
накручивать тебе просмотров. Чем? Ты не ответил мне на вопрос. А, ну да, я не ответил на вопрос. Я же сказал. Мы договорим, я тебе скину ссылку. Какую ссылку? А, ну, а какой у тебя был вопрос? Блядь, да ты серьезно? Я просто отошел. Ты говоришь, я скину тебе ссылку. Я такой, какую ссылку? Ты говоришь, а какой вопрос? Чувак! А, ну, я тебе правильно говорю. Ссылку. Сколько тебе лет, а? Много. 15. Нет, дофига мне. Чё у тебя с голосом? Дальше. Тебя собака там укусила? Нет. Чё ты не можешь ответить нормально? Ну, я нормально отвечаю. Ну, да, ты, конечно, там, вот это, смешно все отвечаешь. Но... Нет, не смешно. Да, потому что не отвечаешь. Так сколько тебе лет? Я не отвечаю, я тяну. А, я да, тяну подальше, тебя... чтобы потом посмеяться. Ты тянешь, да, у тебя же над тянешь. Теми людьми, которые будут это смотреть 26 минут. Да, ты садист. И позже, что же произойдет дальше? Тебя не роняли в детстве. Потому что этого пока не случилось. Ну ты понял, да, типа, намек. Не, ну типа, ты ребенок, ну вот, блядь, да. Ах, тебе расти и расти. Так сколько тебе лет, мне интересно? На вид тебе, не знаю... 7 лет. 17 тебе, на вид. Ну, тебе. Наверное. Но это 7. Не точно. 17. Ну, я не знаю. Если ты один живешь... Что? Скорее, один живешь, не знаю. Наверное. Я не знаю, наверное. Да. Сильно струя в голову попала. Прям... Моча ударил. Тебе? Нет, не мне. По твоей аватарке видно, что ты смотришь мультики. Блять, ты видел свой аватарку? Который я смотрел, знаешь, когда? Давно вообще. Мультики по моей аватарке? А. Вот который в скайпе. Вот на мультики не надо гнать, это пиздатый мультфильм. Да ладно, я его смотрел, наверное... Когда мне было, я не знаю сколько. Главное, чтобы весело было, интересно. Я лучше буду смотреть мультики, чем... Тебе-то самому сколько лет? Ой. Мне? Да. Давай я так же, как ты, отвечу. Можно, да? Нет. Да, можно. Что? Так могу отвечать только я. Как? Вот так вот. Как именно? Уходить от вопросов. Уходить от каких вопросов? От любых. Чьих? Пофиг чьих. Почему пофиг? С мамой ты так же, да? На любой вопрос я могу ответить на вопрос вопросом. Бедная женщина. Если это женщина. Просто такой век, такие люди. Ну сколько тебе лет? Что? Сколько тебе лет? Мне? Да. Интересно, угадаешь? Не знаю. 14. Блин, нет, ты не попал. 13. Нет. Куда ж дальше? Дальше? Ну, я не знаю. Ты не знаешь, куда? Ты больше цифр не знаешь, да? Ну, может, 12. Но по голосу не похоже. Да нет. Дальше смысла нет уже. Дальше. Ну ладно, 11, ладно, последний вариант. Просто, может, 10. Ты забыл. У тебя вот так вот, 14 и 31, потому что это длительность твоего видео, блядь. Чё у тебя на аватарке? Это тебе, знаешь, на чё похоже? Чё? Если вбить в гугле браузерные игры, то вот такая же херня выйдет, как твой аватар. Это не браузерная, это в стиме такая игра. Аниме. Чё за игра? Ну, такая есть аниме, там игра, там, Никопара, знаешь? Игра. А, у меня такой фон, да. Есть такой. Ну да, да, я видел. У меня есть 3 игры Никопара. Я не играл еще. А фона нет. Фон, который стоит косарь. Косарь? Да. Ну, я не брал себе фон за косарь.
Ну, у тебя в Стиме аватарка прям, вау. Ты, видимо, постарался, да? Иллюстрации сделал. Нет, я не старался, я просто так всегда делаю. А. Ну, у меня просто дофига аккаунтов, так что... Если бы на самом деле, вот, твои видео, они не такие, как твой Steam. Твой Steam приятный, твои видео. Ну, возможно, они приятные, просто, не знаю. Не знаю людей, которые бы смотрели их. Просто ну, кроме ты их тебя, не смотрел. Конечно. Просто, кроме тебя, хотя ты вряд ли человек. Точнее, ты меня кого-то напоминаешь, твое лицо. Даже не знаю кого. Того. Кого? Кого? Полегче там. Чё ты прижанный какой-то. Ну? Что ну? Что дальше? Ты ждешь, что я буду тебе контент делать? Нет, ну я думаю, что будет дальше, какие вопросы будут, о чем поговорим. Вопросы? Че ты так взъелся на меня? Какие еще вопросы? Да просто что-то скучно стало. Я думаю, вопрос какой-нибудь новый будет. Ты что, свои видео смотришь? Нет, я сейчас снимаю тебя, смотрю на твою аватарку в скайпе. Прикольная аватарка. Мне говорят, классно. Ну да. Да. Ой-ой-ой. Как вообще ты у меня в друзьях оказался? Даже не знаю. Ты меня добавил? Да нет, вряд ли. Нет, ты меня добавил. Я точно помню. Да? Как я тебя добавил? Я принял. Зачем? И всё. Зачем я тебя добавил? Интересно даже. Ты меня добавил, я так думаю, о, чё за человек? Может, нож хочет, добавил тебя. Нож? Да нахера мне твой нож? Ну, я не знаю. Хотя было бы прикольно получить нож. А. Было бы прикольно, нет, но такого. Ты отказался. Да. Вот. Хорошо, что я отказался. Ну, почему? Ну, потому что ты не скидывал мне нож. Ну, конечно, я тебе его еще не скинул. Ты же еще? Ты же скин не скинул. Ну, в смысле еще? Ты мне и так не скинешь. Ну почему? Потому что так и есть. Я не уверен. В чем? То, что ты мне не скинешь его? Я бы скинул. Да не. Ну если ты не веришь, я тебе не дам. Если ты не хочешь. Но я бы реально скинул. То есть если я поверю, ты мне скинешь, да? Да, конечно. Ну, я верю, давай. Даже не знаю, что на это ответить. Ну, вот. Ну, то есть, если я тебе сейчас скину... Ну, нет, ты, обмен, ты можешь честно ответить. Ну? Ты можешь ответить. Да, да, чувак, я тебя пытался наебать. Зачем ты меня пытался? Я типа тебя цитирую. А, понятно. Я думал, ты меня хотел. Think about it. Чё ты несерьезно относишься? Ну да, ты же всё-таки... Я несерьёзно. Ты видео по 30 минут. Как ты можешь серьезно относиться? Ну, так... Если я скину тебе обмен, сейчас ты его примешь, да? Да. Смотря какой обмен, ты там все мои скины переберешь, и я такой, о, ты думаешь, я их не перебрал еще вчера? Я подготовился. К чему? То есть ты вот так, да? Интересно, ты понял, что ты сказал? Я понял, я тебе дал намек. За то, что ты нахъебщик? Нет, я пошутил. Плохая шутка. Но ты поверил. В смысле поверил? Ну ты ж поверил. Да нет. А, ну то есть ты не поверил, если я тебе скину обмен, ты примешь его, да? Да какой обмен? Что за тупость? Какой обмен еще? На пистолет. Я не буду тебе пистолет давать. Ты мне не дашь пистолет? Да, извини меня. Ну блин. Ну я тебе не верю, чё ты подозрительный. Ты же понимаешь это. Ну, может я подозрительный, а может быть нет.
Я не знаю. В смысле, нет. Ты даже не знаешь, что ты... Ну, я даже тебе ничего говорить не буду, ты не поверишь. Я тебе не верю. А ты не веришь мне. Ну ты мне можешь не верить. Я тебе ничего не пытаюсь навязать. Наверное, я не знаю. Это скрытая реклама. Ты реально ничего не знаешь, что ли? Я ничего не знаю. Надеюсь, ты просто прикалываешься, говоря, я ничего не знаю. Я думаю, ты умный парень. Нет, я пошутил. Насчет. Умного парня. Я не умный. Ну, это не мои слова. Это мои слова. Ну да. Получается так. Ну, в общем, надо эту часть заканчивать. Давай тогда я тебе потом перезвоню. Мама зашла? Нет. Ну, я просто слышал. Ну, в общем, надо мне заканчивать. Кто-то зашел к тебе. Ну, да, конечно. Надо заканчивать потом тогда. Если согласишься на обмен, я тебе тогда скину нож. Если захочешь. Да не хочу я, блядь, скидывать тебе пистолет. А, ну ладно. Ну да. Прошло 35 минут. Я жду, когда ты мне видео скинешь. Ну давай я тогда договорюсь, я выложу видео тогда. И все. Ладно? Что все, ты видео скинь мне. Ну я сейчас видео закончил, ладно? Да, ты... Уже сейчас я закончу, подожди. Ты можешь сейчас закончить видео и скинуть... Да. Скинуть мне другое видео. Так ты продолжаешь разговаривать со мной. Это не значит, что ты можешь... Блядь, чё за тупости? Ты можешь его закончить. Я могу его закончить, но ты продолжаешь говорить. И что? Да ничего, надо вторую часть сделать. Можешь еще на 30 минут. Ты понимаешь, ты потратил уже полчаса. Понимаешь, мне тебя жалко. Поэтому ты со мной разговариваешь. Да, я пытаюсь понять хоть что-то, что ты пытаешься сделать. Ты никогда не узнаешь, что я пытаюсь сделать. Ну, я уже догадываюсь. Нет, дело не в ноже. Просто у меня есть еще одна идея. Но я ее не скажу. Я ее потом скажу. Мне все равно. Ну я тогда пошел тогда. Куда ты пошел? Ну, у меня дела. Какие? Монтировать видео это. Да нет, что ты мне почешь? Да это честно. Ну ты не можешь монтировать видео. Да ладно. Ну я не верю тебе. Ты не веришь в то, что я тебе выложу? Даже без монтажа выложу. Ну я знаю, что ты выложишь, мне это все равно. Я выложу, перезвоню тебе и сниму вторую часть. Хоть что-то получу. Блять, надеюсь, твои зрители поймут, что ты никчемный. Возможно. Монтировать не можешь. Ну ладно, хотя бы тебе это нравится, но. Блять. Я снимаю для себя, а не для. Не для других. Да, мне все равно, для кого ты снимаешь, но... Ты бы мог потратить эти 30 минут, поиграя в игру. Но ты потратил эти 30 минут на меня. Ну, у меня скачивается игра, мне норм. А. Ну, типа, снимаешь ты, а стыдно мне. Было бы интереснее так, если бы там демонстрацию показал экран, начал бы на меня ругаться, было бы интереснее. Да, я не хочу. Ты слишком спокойный. Ага. Тебе нужен контент? Да. Нужен контент, типа, злой школьник орёт на меня. Ну, я не школьник. Ну, злой мужик. Злой мужик. Я бы хотел вернуться в школу. Давай возвращайся. Просто я не могу вернуться, потому что это будет странно. Приду я такой, что скажу? Я хочу учиться. Ты меня пошлёшь? Ну так ты не ответил на мой вопрос. Сколько тебе лет? А тебе сколько? Я ж ответил тебе на вопрос. Как? Ну я ж сказал. Ну я тоже сказал. Ну ты не помнишь, что я сказал?
Я помню. Ну. Что оно? И сколько я сказал? Ты не сказал. Так ты сказал, я помню. Ну. Да, но ты не сказал. Ты я ответил. Сказал. Я помню, что ты ответил. Я сказал это 20 минут назад. Ты не сказал. Ладно, я скажу еще раз. Ну скажи. А ты угадаешь? Да нет. Да или нет? Или. Тогда не знаю. Ну, пусть я будет, знаю, что. Пусть будет 15. Тебе? Да. Прикольно. А тебе? Что мне? Ну я тебе задал вопрос. А, мне больше. Сколько тебе? Мне больше. Ну сколько тебе? Ну больше. Ну честно скажи. Ладно, мне 5. Кого ты обманываешь? Никого. Я тебя по IP вычислю. Какому? Кстати, даже если ты вычислишь, ты меня, ну не знаю, вряд ли ты придешь сюда. Почему нет? Ты смотрел мой антигрифер шоу. Твои антигрифер шоу? Да. Нет, ну там нет. С майнкрафтерами, короче. Да, нет, не видел. Ну, а что там? Пошел смотреть. Нет, я не смотрю, я в телефоне листаю. Так, что ты там делаешь в антигрифер шоу? Ну, в общем, нет, нет, я знаю, что такое антигрифер шоу. Ну и что же это? Ты прям приходишь к людям, что ли? Ну да, там есть такие видео, несколько частей, пока кое-что не было. Ну ладно, неважно. Блин. Я приду к тебе. Ну давай, приходи. Я приду к тебе. Потом. Приходи, я тебе даже могу... А, нет, я не буду, ты же, блин, снимаешь. Я же снимаю. Да. А если бы я не говорил то, что я снимаю, то ты бы сказал. Да нет, вряд ли бы я сказал. Ну это не точно. Ладно, шучу. Я живу, короче, улица Пушкина, дом Колотушкина. Да ты издеваешься. 35-й, можешь зайти. Откуда ты знаешь мою улицу? Я тебя вычислил. Ну ты вообще правильно сказал, но немного неправильно, так что... Ты забудь, короче. Ты не поймешь, что ты неправильно сказал. Ты сейчас... Ты сказал улицу. Почти правильное, но почти неправильное. То есть ты угадал почти. Почти. Ну так ты ответишь на мой вопрос? Какой? Сколько тебе лет? Я же ответил. Ты сказал... Ты не сказал число. Я сказал число. Нет. Я сказал 5. Ну 5 это не число. Ну то есть, в смысле... То есть, по-твоему, 5 это не число? Ну в смысле, это число, но это не твой возраст. Час это число тоже, по-твоему, 5. Это не твой возраст. Скажи, сколько? Ну, с чего ты взял, что это не мой возраст? Ну, потому что... Что потому что? Потому что тебе не 5. Как ты узнал? Блядь, да ты, наверное, сверхразум. Ну да. Что, да? Наверное. Что, наверное? Сверхразум. Что сверхразум? Да что? Ты задолбал говорить так! Что? Как ты написал мне в стиме? Да ты задолбал меня! Ну да, ну серьезно, потому что ты, блядь, ты конченый, ты понимаешь это? Нет. Ну блин, ну попытайся понять. Да, уже прошло почти 45 минут. Да. Это долго. Но вторая часть будет длиннее. Длиннее? Ага. Длиннее. Русского языка я вижу. А кто сказал русский язык? Че ты несешь вообще? Не знаю. Я на все отвечаю, не знаю. А ты в школе учишься или там универ? Нет. Уже нет. Уже? В смысле? Ну, уже нет. Уже в прошлом году, да. А в этом году нет. Так, подожди. В универе?
Пусть будет да. Ну, не совсем, но примерно. 11 класс, что ли? Нет. Я тебе говорю, не школа. Не в школе? Нет. Домашнее обучение, что ли? Нет. Я тебе сказал же ведь. Что ты сказал? Да не в школе, я тебе сказал. Но домашнее обучение — это не школа. Так я закончил. Ты понимаешь? Школу? Да. Сколько заплатил? 500 миллиардов. Да, золотых чё, монет. Чё много. 500 миллиардов нашей заплатил. Да, чё-то много. Считать тебя точно в школе не учили. Ладно, давай в следующей части встретимся, ладно? То есть, что за тупость? Я тебе потом позвоню, ладно? Потом позвоню. Ну просто у меня здесь дела, мне надо дела делать. Монтировать там. Такой, ладно. Все уже понимают, что ты немощный. Все, я могу идти. Да, свободен. Ну хорошо, я тебе потом позвоню. Да, звони. Все. И всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Новасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Новасов. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.